Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Поиграем-ка в GTFO. Тар 5 у меня пройден. Практически. Просто были проблемы с тем, что я прошел его полностью и застрял на последнем испытании, скажем так. Ну, обычная проблема для GTFO. Давайте попробуем сделать это еще раз. В жопу артефакты. Потому что непонятно, как это работает вообще. Дрекер мне нравится за то, что он позволяет смотреть в тепловизор. Но остальное можно придумать. Стоит, не стоит. Маленькая емкость магазина. Дробовик, малая дальность. Давайте вот это вот возьму. Выглядит симпатично. Стрелять особо я тут все равно не планирую. А этим, собственно, автопушки поставим и разберемся дальше. Биотрекер. У меня. Как-то так. Поехали. Здравствуйте. Что же? Сидят на стрёме. Что-то нужно. Терминал 966. Так. Help. Я уже забыл, что там нужно было делать. Ну, допустим, пинг. Не, query надо. Терминал 750. А, точно. Зона 61. Окей. Зона 61. Локс, что есть? Вот он. Ян. Подожди. Арида. Ауто. Ген. Статус. Лог. Давайте посмотрим. Температура. Главный сервер. Ничего интересного.
Видео какое-то смотрите, а? Ладно, все херня. Так, нам нужна была зона. Точно. Зона 61. Окейшки. Туда и пойдем. Безо всяких. Зона 61С. Чисто для того, чтобы посмотреть, что там по карте. Один Е, окей, хорошо. Так, что-то я недостаточно кликал. Какие-то полупревратившиеся. Это все, супер. Resource box here. Подожди, как развалился, а? Терминал. Так, пинг. Терминал 750. В смысле? Шестьдесят один, окей. Может, я без этого самого? Зоня, окей, где это зона А? Опять везде искать зона А. Терминал 751, окей. Режим изоляции нужно включить. Прекрасно, сейчас мы все найдем. Где бы ты ни находился, злобный компьютер. Да, это, конечно, не Lethal Company. Long range flashlight here. И этот компьютер. А. Где ты можешь находиться-то? Это какой? 750, подожди. А, 966, ёкарный папа, чё это? Зона 63. Окейшки. Давайте посмотрим, где зона 63. Ну, явно не здесь. Где? А, вон там еще. Давайте посмотрим, что там. Верня какая-то, конечно, полная. Так, 266, зона 63.
Зона 64. Интересно. Зона. Вот сюда. Bioscan sequence completed. Door unlocked. Сюда. Даже не знаю, может. Один, да? Серьезно.
Спасибо, чувак. Так, а мы подам. Их себе, конечно, заберу. Артефакт, конечно, такое говно.
какая мне нужна? Бля. Отсюда пришли. Дальше нам нужно, наверное, все-таки сюда. 62C. А потом наверх. Че тебе батарея нужна? Блин. Чего не указывает, а? Бесит? Нет, не окей. Так, 100 генератор, 128. Да, любая батарея подойдет. Нормально все. Query cell 247 62, окей. 983. Интересно. Угу. Зона. Б. Что-то разницы нет никакой. Ладно, это нет. Окей. Зона Б. Трейка мне не нужен, поэтому триган. Thank you.
Ну вот и все, и пошли отсюда нахер. Понимаешь, что какой-то особый страхолюдин тут нет. Sentry here. I'll do it. Get in the bioscan. Sounds like they're close. Yes, I hear it. I hear it too well. There's gonna be more coming. Check your ammo!
дым. Его дымом бесит. Страшно. Нам нужно зон 63. Наш какой-то компьютер. Конечно, гениальный дизайн помещений. На уровне какого-то абстрактного искусства держится. Sleepers, don't make a sound. We'd be overrun in no time. Ладно. Именно так. Аптечка. У меня аптечка. Спасибо. Да. Главное. Спасибо. Бросалки. Так. Мне нужен гребаный компьютерный терминал. Up your deployables. I'll do it.
И ну, должно быть где-то. Но не 63. Ну, вероятно, дверь 732. Those peelers. We don't need to draw attention to ourselves. Все это физически можно сваливать, да? Results
Override lockdown. Ну почти. Давайте мы здесь, да. Ничего интересного. Все. Зона 64 открыта. Пойдем в зону 64. Так, 73, 59. Сантриган, да, Сантриган Дауда. Да, блин. Дауда. Дальше Бишоп. О, нормально. Непонятно, почему меняется команда. Пошли нахер отсюда. Добро, молодец. Sleepers.
65, да? Those boxes here. Угу. Так, пора заканчивать. Йоу!
Эй. Ну как ты там? Фонарик больше. Это что у нас? Нам нужен 65-й. Да, он 65. Я не хочу тут бродить везде, где только можно. Не в этот раз. Слушайте, со мной одежки. Mm-hmm.
Вот как сюда попасть, а? А никак, а нам туда нужно, наверх. Вообще. Sentry gun here. Yes! Sentry here. Yes. Будет весело. Наверх.
стоит. Переключись на другую вкладку. Блять, она что-то думает, сука, не туда думает. Ладно, боты, боты, боты. Со вторичным сектором получалось 2 часа, но если бы я знал, что там нужно ползать внизу, то, конечно, получилось бы все хорошо. А так, ну реально, это игра, которая хочет, чтобы ты сразу же знал, что тут происходит. Вот, ну ладно, даже с первых вот этих пробных миссий. Хотя, вот если повторно проходить, они весьма легкие. Но я говорю, нужно вначале ашечки все пройти, потом башечки, а потом по цешечкам, и дашечкам, и ешечкам. Ну, то есть потихонечку. Не надо по рандаун весь сплошной делать, а нужно вот именно по буквам. Типа с легких, потом на тяжелые. Но в целом, конечно, геймдизайн тут говно. Да. Но атмосфера просто великолепная. Ладно, на этом все. Спасибо, дорогие товарищи, что смотрели. Если смотрели, лайки, подписки, шары, если понравилось. Вам по нраву, вам приятно, мне полезно, да. И заходите обязательно в описание. Там ссылки на кооператив «Дружба» и «Home World Russian Fleet». Это дискорд-сервера. Соответственно, профильные. И, в общем-то, там же есть соцсети, в которых можно меня найти. И на этом все. Спасибо. И увидимся в какой-нибудь другой игре или в этой же, как получится. Все, всем пока.